Всем доброго дня, в эфире новости ММА. Несколько часов назад в своем твиттере президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос фаната, будет ли Эдди Альварес защищать свой титул в бою против Конора Макгрегора на турнире UFC 205. На что Дана Уайт ответил, неправда, это Хабиб Нурмагомедов будет драться с Альваресом. Хабиб Нурмагомедов сейчас проводит тренировочные сборы в Калифорнии и быстро отреагировал в твиттере на сообщение Уайта. Мы с Дана Уайтом ждем, когда Альварес подпишет соглашение на бой. Я обещаю тебе, что бой завершится быстро и больно не будет. До новых встреч, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей в мире смешанных единоборств.